я уже сняла видео, наконец-таки, потому что у нас соседи, это вообще капец какой-то. Я думала, хотя бы сегодня будет потише, потому что сегодня 23 февраля. Кстати, всех с праздником, мужчины! Наш холостяцкий ужин. Это у нас что? Две картошки, пупочки, лук, желудки. Сейчас будем это все обжаривать и делать с яйцами яичницу. И еще у нас будет салат из остатков капусты и помидор. Так, у нас уже в процессе. И салат тоже уже сделан. И еще решила в салат добавить оливки. У нас вот такие вот обычные. Они, правда, с косточкой, но я буду просто обрезать вокруг косточки. Да, двух невидимо. Так, давай дальше. Двух? Никита. И я двух. Ой, одного верни. Один вот. Ну, тебе. А что четыре, когда ты пять положил? Пять? Да. Забирай. Блин, я двух драконов не заметил, что их. Да, конечно, забирай, забирай. А мы сейчас уже вышли из кинотеатра, и малые там на автоматах играют, а я здесь вот сижу. Ходила на фильм «Чемпионы», мне очень понравилось, советую всем, кто занимается спортом, тем более, и советую идти без детей маленьких, потому что там 6+. В общем, племяннице моей было очень скучно на половине фильма. В общем, это фильм все равно для взрослых более-менее, ну именно те, которые понимают жизнь. Купила маме подарок. Цветы или конфеты? Просто так. Чтоб маме было просто приятно. Вот эти конфеты, кстати, очень похожи на Сникерс. Обалденные.